Около 170 вазонов с петуниями развесили по Красному проспекту. Ко дню города главную улицу украсили цветы разных оттенков – белые, розовые, фиолетовые. Они хорошо распускаются, целое лето цветут, людям нравится. Целый сезон, получается, стоят? Да, весь сезон до октября. Петунии идеально подходят для украшения городских улиц. Эти цветы не только яркие, но и выносливые. Не требуют особого ухода. Их высаживают по программе «Зеленый Новосибирск». Ежегодно на цветочное оформление города выделяют около 11 миллионов рублей. Цвести петунии будут все лето и даже в сентябре. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.